Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. И сегодня я хочу вам показать вот такую тарелку, которую я сделала. Этот раз сделала в белом цвете. Вот так это выглядит тарелка. Если интересно, оставайтесь со мной, я вам покажу, как я ее делала. Друзья, вот такой выбрала я рисунок. Этим рисунком я еще его не нарисовала. Так как тарелочка будет у нас в употреблении, с нее мы будем кушать, поэтому рисунок я буду наносить на обратную сторону. И, ну, как всегда я делаю, кто за мной следит, то знает, наверное, как я это делаю. А с этой стороны мы будем кушать. Вот. Сейчас подберу контуры и начну обводить рисунок. Рисунок взят с интернета. Вот, распечатан на принтере. Друзья, вот так я обвела контуром черным. Всегда обычно я что-то золотым, потом думаю, да что я все время золотым. И обвела сегодня черным. Вот. Какими цветами буду раскрашивать, не знаю. В общем, сейчас подберу красочки, посижу, подумаю и начнем.
Друзья, я закончила как бы рисунок. Вот. Ну, теперь нужно подобрать, чем закрыть мне с этой стороны. С этой стороны у нас так будет. И что-то я думала, у меня всякие черные, коричневые тарелки. И мне захотелось этот раз сделать белый фон. Вот смотрите, я вот так прикладываю. Пусть она будет вот такая светлая, веселенькая. Ну, не знаю, хочу попробовать с белым. С белым я еще, кстати, ни разу не делала. Поэтому я взяла акриловую краску. Белую, художественную. Вот. И сейчас буду покрывать все это. Так. Ну вот, посмотрели. Я посмотрела последний раз на такую красоту с этой стороны. И начинаем ее закрашивать. Это всегда самый, с одной стороны, печальный момент, когда такая красота скрывается под слоем краски. И вот так начинаем закрашивать. Скорее всего, белые на 2-3 слоя придется. Минимум. Даже черный красишь на 3 слоя, чтоб нигде не проглядывало. А белые тем более. Белые всегда больше слоев приходится покрывать. Друзья, закончила я свою работу. Вот такая вот она у меня получилась. С этой стороны покрыла на 3 слоя акриловым лаком. Но я думаю, это мало. Я акриловый лак как бы не очень люблю. В каком плане я его не очень люблю? Ну, для защиты, так как эта тарелка будет в использовании, для защиты, мне кажется, он слабоват, чтобы можно было мыть его. Вот, если брать нитролак, он дает, конечно, большую защиту. Единственная сейчас проблема в чем? Что если нитролак, он будет вот белую поверхность желтить со временем. А мне бы этого тоже и не очень хотелось. Поэтому покрываю нитролаком и еще, наверное, добавлю пару слоев сюда для надежности. Вот. Ну, вот так вот она выглядит, эта тарелочка моя. Вот. Но сейчас вот не видно день и как бы не видно, как она там блестит. Тут золотые краски. Мне кажется, ночью она выглядит лучше, чем днем. В крайнем случае, показалось для меня. Ну, вот такая работа. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и до скорых встреч. Пока-пока!